Сами кашу заварили, сами и расхлебывайте. Примерно так сегодня железногорские власти предложили урегулировать конфликт между предпринимателями в сфере ритуального бизнеса Железногорска. Напомним, на прошлой неделе противостояние бизнесменов чуть было не привело к срыву графика похорон. Этим инцидентом занимается сейчас полиция. А вот сами предприниматели предположили, что хорошо бы властям занять активную позицию в решении этого вопроса. Мы со своей стороны сделали запрос в администрацию на имя Сергея Пешкова и получили рекордно быстрый ответ. Земли с кадастровым номером распределены по закону. Муниципалитет сдает в аренду на этой территории участки земли, и все отношения регулируются законом. Что же касается отношений предпринимателей и честной конкурентной борьбы, то это, по мнению чиновников, сфера ответственности антимонопольной службы. Ответ администрации, как ни странно, обоснован. На самом деле все очень четко, очень корректно. И то, что администрация, наверное, дистанцируется от этого конфликта, на самом деле это, с моей точки зрения, не так плохо. Давайте посмотрим, как администрация может и должна вмешаться. Рассадить предпринимателей и сказать, а вот нет, теперь будет вот так, знаете, а должны в данном случае предприниматели-то слушать вот такое вещевание? По-моему, все ситуации урегулированы законом и договорами. Давайте посмотрим по-другому. Вот у нас в сфере ритуальных услуг сложилась на самом деле достаточно конкурентная среда. Это хорошо. Есть две большие компании, которые реально конкурируют друг с другом, в том числе и ценовая конкуренция, и по качеству услуг. Это гораздо лучше, чем монополизация этого рынка. То, что временами какая-то компания тактически, позиционно проигрывает другой, это тоже нормальная ситуация в рынке. И призывы, допустим, проиграющей стороны, вот давайте мы привлечем администрацию, то есть они поделят рынок, но это немножко не та сфера, где можно императивно все это регулировать. Все-таки законы рынка должны свое сказать. Более того, привлечение сюда каких-то людей, обладающих властными ресурсами, называется очень хорошим словом – коррупция. Давайте пытаться этого избегать. Подпорченная свадьба. В социальных сетях горячо обсуждают новость, накануне опубликованную молодожёнами.